Всем привет, друзья! В прошлом видео я вам рассказывала и показывала, как монетизировать видео через Google AdSense, то есть свой канал. Это касалось и маленьких каналов, и тех каналов поболее, которые хотят напрямую получать от YouTube свой доход, а не через левые партнерки, где вы теряете примерно 15-30% от своего дохода. Ссылку на это видео я оставлю внизу описание под этим видео. Кто не смотрел, переходите, смотрите. В этом видео я покажу и расскажу, как я выводила через Google AdSense, да, и покажу вам свои первые два вывода из Google AdSense. То есть за это время у меня их было два. Также я расскажу и покажу, какой лучший способ получения дохода выбрать и какие данные нужно заполнять на сегодняшний день. Теперь есть только новая творческая студия. От классической студии уже YouTube отказался полностью. Да, в ней нужно немного разобраться, покопаться, привыкнуть, но мы с этим справимся. Ну что ж, друзья, давайте непосредственно перейдем к основной части этого видео. Да, смотреть мы будем на основной странице Google AdSense, то есть на главной странице, это которая подвязана уже к моему каналу. Как связать канал с Google AdSense и какие данные при этом нужно вводить, я показывала в предыдущем видео, как монетизировать свой канал, свои видео на Google AdSense. Монитор у меня по-прежнему побитый, поэтому для удобства я вам еще буду скидывать слайды, чтобы было понятнее, да, что куда нажимать и зачем. Как перейти на эту страницу из новой творческой студии? Я вам сейчас покажу два способа. Есть способ самый короткий, как бы, и есть способ немного подлиннее. И мы их с вами разберем, чтобы вам было понятно все-таки, как же попадать на эту страницу. Так как мне в прошлом, под прошлым видео одна женщина написала, что она переходит на монетизацию, и у нее сейчас выглядит все по-другому. Конечно, по-другому, потому что сейчас уже новая студия, а классической уже нет. Смотрите, вот вы зашли на YouTube, находитесь на главной странице YouTube. Здесь история, может, прошлых видео, которые вы смотрели, или тех блогеров, которые смотрели, но суть не в этом. В правом углу сверху есть значок вашего канала. Вы на него нажимаете. И вот как у меня тут Оксана Кученева, управление аккаунтом, Google, мой канал. Переходим на мой канал. Вас перекидывает на такую страницу, на главную страницу вашего канала. Что вам нужно сделать дальше? Перейти на творческую студию YouTube. Нажимаете. И вас перекидывает уже на новую творческую студию, на главную страницу. Здесь панель управления каналом. Вы можете посмотреть все это, ознакомиться с этим уже как бы самостоятельно, да? Сейчас у нас другая цель. Это монетизация, получение дохода от Google AdSense. Смотрим. Это мы сейчас рассматриваем самый быстрый и простой способ перехода на главную страницу Google AdSense. Нажимаем «Монетизация». Вас перекидывает на такую страницу. В классической версии, естественно, она выглядела по-другому. Сейчас она выглядит вот так вот в новой версии. На этой страничке монетизации канала у вас есть «Превратите канал в источник дохода». Вы можете сюда нажать подробнее и там изучать всю информацию. Далее. Варианты монетизации. Реклама, видео. Вот. Включите на своем канале монетизацию. И рекламодатели смогут размещать в ваших роликах объявления. Вы нажимаете подробнее. И вас перекидывает сразу на такую страничку, где монетизация. У меня значок светится зелененьким, а это означает, что мои видео монетизируются. В вашем аккаунте включена монетизация. Также тут можно переходить в менеджер видео, смотреть аналитику, дополнительные возможности, бла-бла-бла. Советуем ознакомиться со следующими страницами. Все это вы можете переходить, изучать и смотреть. Но нас интересует главная страница, где мы будем вводить данные для вывода дохода.
Нажимаем настройки AdSense. И все, нас перекидывает на эту главную страницу Google AdSense. Далее мы нажимаем кнопку платежи. Вот моя страничка. Смотрите, на этой странице имеется ваш доход. Это что на сегодня? На сегодня у меня $61.46. Выставлена у меня в долларах валюта. Сумма полученных вами доходов составляет 61% от порога оплаты. Порог оплаты $100. Когда у меня набежит $100, тогда мне уже автоматически YouTube их выплатит на тот способ получения дохода, который я выбрала. Далее у нас имеются транзакции. Здесь мы можем посмотреть сведения о транзакциях, то есть когда что было выплачено. Вторая колоночка у нас способ получения дохода. Здесь управление способами оплаты. То есть тут мы можем выбрать, каким образом мы хотим получить свой доход. Я перехожу на транзакции, просмотр сведений о транзакциях. То есть покажу вам свои выплаты. Здесь у нас показано последние 3 месяца. Я выбираю за все время. И смотрите, вот тут где по нулям, это у меня была другая партнерка, типа такого как АИР, ВСП. ВСП, по-моему, сейчас по-другому называется, если я ничего не путаю. Вот. А уже с 2018 года ноября у меня уже мои копеечки начали капать сюда. Смотрите. В сентябре месяце 2019 у меня уже было на балансе больше $100, то есть $129.58. Так как я в этом тоже еще на тот момент не разбиралась, а я не знала, какой способ выплат дохода мне выбрать, и у меня сформировался автоматический платеж, это чек. И они мне как бы его отправили на мой домашний адрес, то есть на адрес, который я указала при заполнении своих данных. Ждала я этот чек, ну, примерно 2 месяца. Смотрите, друзья, в ноябре 2019 года чек я уже получила, выяснила, что я не могу его обналичить, написала в службу поддержки Google AdSense, и они мне сказали, что я могу обнулить этот чек и указать новый способ выплаты дохода. Что я и сделала. Я этот чек остановила, обнулила. Тут сразу высветилось, что чек статус остановлено. Добавила новый способ выплаты дохода, свою электронную долларовую карточку. И мне, ну, буквально в этот же день или через день пришла выплата на мою долларовую карточку. За это время у меня чек был $117, за это время мне что-то там еще чуть-чуть накапало, и на карточку мне пришло $143. Вторая выплата у меня была уже 2020 года. Вот начисление за январь, у меня начальный баланс $124, да, и они мне выплатили тоже на долларовую карту, но условия поменялись, то есть в способе получения дохода получается, что не номер долларовой карты теперь нужно заполнять, а IBAN долларовой карты. Это какая-то международная система, она сейчас везде так, и нужно было изменить данные. Я вам все это покажу. То есть тут уже видно, что это банковский перевод на счет, но тоже было перечислено на долларовую карту интернетовскую. Ушло туда $124. Теперь я вот жду, пока у меня наберется следующие $100. То есть февраль прошел, март прошел, апрель прошел. Обновление за май будет в конце мая, то есть даже в июне. Там, в пятых числах или десятых числах обновляется информация за прошлый месяц.
то есть уже в июне будет понятно, что я заработала за май. Но так как у меня канал маленький, просмотров очень мало, поэтому и сами понимаете, суммы такие. То есть в среднем 19, 17, 16 долларов за месяц у меня получается дохода от своего канала. Ну а теперь представьте, если бы я была на левой партнерке какой-то, отдавала еще от этой суммы 15-30% своего дохода. Маленьким каналом, как я была подключена к другой партнерке, АИР или ну что-то в этом роде, то они меня забирали 30%. То есть я бы получала не своих там 15 долларов, а что-то долларов 10. Вот. Итак, друзья, давайте я вам покажу второй способ, как попасть на эту страницу через новую версию творческой студии. Вот, главная страница творческой студии, панель управления, все та же главная страница. Мы переходим в настройки, да, где у нас есть общие сведения, здесь мы можем выбрать валюту, тут что угодно. Я выбираю доллар. Загрузка видео. Тут вы описание можете выбирать сразу. И будет у вас везде описание такое одинаковое ко всем видео. Расширение. Ну, это все вы можете ознакомиться. Монетизация. Везде галочки включить, чтобы у вас все шло. Все способы рекламы. Сообщество. Ну, здесь есть, кого можно заблокировать, кого можно добавить в черный список. Это вы все можете самостоятельно ознакомиться. Нас интересует же Google AdSense. Поехали. Мы выбираем в настройках канал. Переходим в расширенные настройки. Так, тут мы можем выбрать, какой контент, да, подходит для детей, не подходит для детей. Я хочу указать аудиторию каждого ролика отдельно. То есть вы это все можете выбрать. Что показывать, что не показывать. Там число подписчиков туда-сюда. Это вы тоже можете просмотреть, ознакомиться. Выбираем расширенные настройки. Идем в самый низ и смотрим, находим другие настройки канала. Нам нужно выбрать управление аккаунтом YouTube. Выбираем. Смотрите, нас перекинуло на такую страничку, где настройки. Тут мы находимся на своем аккаунте. Также есть далее советы, воспроизведение, конфиденциальность, бла-бла-бла и все остальное, где вы также можете переходить по этим кнопочкам, по этим страничкам и ознакомливаться с информацией. Тут мы выбираем ваш канал YouTube, мой канал, да? Статус канала и доступные функции. Мы нажимаем на эту кнопочку, и здесь, друзья, мы можем посмотреть статус нашего канала. Есть ли у нас нарушения, какие есть предупреждения, также какие возможности нам даны на сегодня. Что, на что мы имеем право, на что нет. Что у нас, вот допустим, спонсорство. Невозможно, у меня нет такой возможности. Собственное URL я могу вот включить, добавить. Монетизация, загрузка видео, прямая трансляция. Все это включено, то есть у меня есть эти возможности. Также у меня стоит галочка, где партнер подтверждено. То есть мое партнерство с Google AdSense, то есть напрямую с YouTube, подтверждено. Нарушений никаких у меня нет. Вот монетизация. Просмотрите параметры монетизации. Мы нажимаем и переходим. И нас перекидывает на такую же страницу, как в первом случае, где монетизация, ваш аккаунт, в вашем аккаунте включена монетизация, поздравляем, бла-бла-бла, у вас есть дополнительные возможности, также советуем ознакомиться со следующими страницами. И вот опять настройки AdSense, мы нажимаем, и нас перекидывает на главную страницу Google AdSense.
И все, таким способом вы можете также переходить на главную страницу Google AdSense, но при этом еще можете дополнительно проверить свой статус, включена у вас монетизация или нет, все ли у вас там в порядке, нет ли нарушений и какие возможности у вас еще добавились. Итак, переходим опять в платежи. Выбираем способ получения дохода, управление способами оплаты. Вот у меня вот основной стоит банковский перевод на счет. Тут я могу добавить способ оплаты. У вас будут тоже два варианта или один вариант. То есть добавить способ оплаты. Вы выбираете. Смотрите, нас перекинуло на эту страничку «Добавить способ оплаты». Настроить оплату чеком мы не выбираем. Мы выбираем настроить оплату банковским переводом. Нас тут же перекидывает на такую вот страничку. И сейчас на слайде вы можете посмотреть, что вам нужно заполнять. Вам нужно заполнить владелец банковского счета, то есть имя, фамилия, как указано у вас на карточке. Название банка, там большими буквами латинскими, SWIFT BIG, это тоже банка, IBAN карточки долларовой или той карточки в той валюте, которую вы указали. И здесь повторить его, после ставите галочку, что установить в качестве основного способа оплаты. Если вы не знаете, как найти IBAN, как правильно пишется ваш банк, вы можете либо обратиться к своему банкиру непосредственно вашего банка. Если есть у вас аккаунт вашего банка, вы заходите к себе, ну, допустим, как у нас в Private24, вы заходите к себе и берете все эти данные там. Если вы не можете там найти, то вы обращаетесь за помощью в онлайн-помощник, и там уже консультант направляет вас, что где вам нужно найти, где взять этот IBAN, как правильно SWIFT BIG написать и название банка. Далее вы все это сохраняете. После того, как вы сохранили, вам будут перечисляться ваш доход от канала уже непосредственно на этот счет, который вы указали, на эту карточку в той валюте, которую вы указали. При каких-то изменениях, либо что-то надо изменить, вы также заходите в платежи, управление способами оплаты. Здесь вы можете нажать «Изменить, удалить основной способ оплаты», а добавить новый способ оплаты. Допустим, у вас поменялась карточка, либо что-то изменилось, либо вы захотели в другой валюте получать. То есть все очень просто. Надеюсь, вам все было понятно. Я вам все рассказала, показала. Если будут вопросы, конечно же, пишите в комментариях. А также ставьте лайк этому видео, чтобы вы его не потеряли и оно осталось у вас в плейлисте понравившееся. Я думаю, а я уверена, что вам это видео еще пригодится. И не забывайте подписываться на мой канал и смотреть другие полезные видео. Все, до новых встреч, всем удачи и больших доходов. Пока-пока!